В этот раз в Санкт-Петербургском университете о мировой экономике и кризисах говорили совсем не на занятиях. Хорошая площадка для дискуссий – международный экономический симпозиум. На это ежегодное мероприятие приезжают российские и иностранные эксперты. Актуальный вопрос о перспективах и развитии экономики, решении проблем мирового рынка и многом другом обсуждаются бурно и интересно. Я сюда приезжаю практически каждый год, потому что я полагаю, что это одно из лучших мероприятий в области экономики, перспектив экономического развития, который проводится на, не только, я бы сказал, вузовском уровне, но вообще на таком, и можно сказать, научном и педагогическом уровне. Поэтому я ожидаю продолжения этих традиций, конечно, прежде всего, обращения к тем темам, которые сейчас волнуют больше всего. По словам Бориса Николаевича, участникам есть что обсудить. Страна вступила в сложный период, связанный с выходом из рецессии кризиса. Наметился небольшой подъем. Хочется надеяться, что он будет устойчивым, и что в этом году мы сумеем преодолеть все-таки те отрицательные тенденции, которые накопились в прошлые годы. Безусловно, такое мероприятие не могло остаться без внимания студентов. Послушать разнообразные мнения и прогнозы профессионалов в своей области, перенять умение анализировать не только интересно. Все это повысит уровень знаний и, возможно, подскажет будущим специалистам дальнейшие шаги в профессии. Сами они признаются, что пришли на симпозиум, чтобы приобщиться к научной жизни своего университета. Ведь на таком событии можно погрузиться в атмосферу серьезного профессионального диалога. Так как у нас, ну, они достаточно часто проводятся, но такого масштаба все-таки не каждый день, и хотелось как-то приобщиться к научной жизни факультета. Наверное, интереснее всего посмотреть, как будут выступать наши преподаватели, потому что все-таки мы за них болеем, и интересно посмотреть на них не как на преподавателей именно, а как на ученых. Приветствую участников. Людмила Харужий, президент Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, поблагодарила Петербургский университет за проведение симпозиума и отметила его значимость. Мы убеждены, что только открытый диалог и консолидированные усилия представителей научной общественности, бизнес-сообщества, государственных структур и профессиональных организаций является залогом качественного преобразования современной экономики. Также Людмила Ивановна подчеркнула высокую актуальность вынесенных на обсуждение вопросов. В этом не приходилось сомневаться, слушая доклады Бориса Порфирьева, который рассказал о зависимости экономики от климатических условий, Сергея Хистанова, представителя Российской академии народного хозяйства. Он анализировал нефтяной рынок. Внес позитивную ноту в волнующий вопрос о кризисе директор Института стратегического анализа Игорь Николаев. Он пообещал, что кризис не нагрянет в ближайшее время. Рыночная экономика хороша, хоть кризисы и случаются, но прогнозы на этот год пока весьма оптимистичны, подытожил он. Что бы ни ожидало нас на экономическом поприще, главным богатством, по словам участников, остаются новые знания. А значит, каждый участник по окончанию симпозиума станет немного богаче. Арина Мифтахутдинова, Денис Сосин, телеканал «Мост».